Что такое сельская территория? Это термин, которым сегодня обозначают недоосвоенные территории с низким охватом современной инфраструктуры и высокой долей естественно-природных объектов, которые пригодны для развития самых разных видов деятельности, не только сельскохозяйственной. Но, к сожалению, ключевое сегодня образ у многих, а особенно у наших молодых людей, что это недоосвоенные территории с низким охватом современной инфраструктуры. И это так. Первые критичные проблемы, коллеги. У нас сегодня десятки программ. У нас есть стратегия пространственного развития. У нас есть стратегия устойчивого развития сельских территорий. Стратегия пространственного развития – это проект. Стратегия устойчивого развития сельских территорий существует уже достаточно давно. Она есть. У нас есть проект, который сегодня Министерству сельского хозяйства предстоит создать, сформулировать и быть куратором в рамках взаимодействия с другими ведомствами. Это комплексное развитие сельских территорий. У нас есть десятки государственных программ различных министерств, Минкульт, Минобр, Минздрав и другие. У нас нет межведомственного подхода, у нас сегодня нет хозяина на сельских территориях, и образ каждое министерство отвечает само за себя. То, что сегодня творится с нормативными документами, нас закидывают новыми нормативными документами, программами, приказами, постановлениями, и от этого становится главам районов, главам поселений, предпринимателями, фермами все хуже и хуже. Потому что отдельно мы сегодня об этом говорим, это невыносимо. Коллапсы, противоречия, полномочия. И это тот результат. Когда мы говорим о том, что у нас нет ресурсов, коллеги, мы даже те ресурсы, которые сосредоточены в разных федеральных программах, сегодня неэффективно используем. И нам не помогут, если мы не устраним эти проблемы, то нам не хватит никакого финансирования, потому что это будет неэффективно.